7 утра, блин, не спится же. Дальше спать надо. По 8, блин, не спится в отпуске. Связи нету. Лицо моем. Дальше спать. Чай надоварить. Пюрешку заварю. Вон там косяк. Ладно. Сейчас щеточку достанем, зубки почистим. Почему автофокус не работает опять? Ладно. Так гораздо лучше. Локолют. Лежим после завтрака в гамачке на берегу Байкала. Кстати, гамак — вещь нормальная, хотя не как палатка, надо искать опору, но тут бы я палатку точно не кинул бы, заросли такие. А так гамачок. О! Носочки поменяли, чистенькие одели. О! Ладно, чай кипит. Заварим чай с сахарком, с клубничкой, там один фиг сахар, а это на суп. 8 утра, нет спать до обеда. А сегодня, наверное, будем выдвигаться в сторону Оймура, там переночуем у Дулана. 10 километров этих мне чесать вообще неохота. Или тут еще поторчим день. А как делать-то? Жрать, блядь, спать. Вон гнездо. В дупле он. Зырка, там кто-то живет. Не успел заснять. Витаминов надо выжрать. Витамины. Витамины лежат у нас. Сейчас переложим все. Кисло. Самое то. Витамины, витамины. Удочку зря не взял. Надо было взять удочку, сейчас бы порыбачил хотя бы. Он рыбу вообще вал, он говорит. А, ну завтракать. Следующее включение потом. Походу камера грязная, нифига не видно. Здрасте. А где у вас магазин, а? Или надо в Инхалук через гору ехать? Магазин вроде там есть, но он небольшой. Да нам семечек взять.
Да там можно, наверное. Они по карте рассчитывают? Или за наличку только? Не помню. Это по дороге, да, короче, прямо? Да, по дороге. А кафе? Сейчас скажу, там можно пить. Да нам что-нибудь пиво можно взять. Опа, то меня послали. Как самого трезвого. Да я зайду посмотрю. В общем, магазины не работают, только все открывается. Сказали, вы приехали рано, Сергей Анатольевич. Короче, рыбы нету, вяленого пива. Наверное, мы не обосремся от греха. Но мы же можем в отпуск себе позволить немного пива на второй день. Там солнце, походу, шпарит, нифига не видно. Ну, по крайней мере, виды вот такие. Вот и беляши местные. Сейчас будем эту почту проверять. Все, я пить пиво с беляшами. Давайте. Где секретное наше место, где мы остановились. Сейчас вам покажу. Вот от остановки из Старый Энхалук. Сейчас поедем, посмотрите, где мы тормознулись. Так, вперед, курс держащий. О, мамане надо было видео скинуть. А ладно, обойдется. Это минус. То, что я люблю свою работу, это плюс. Если б не пациенты, блядь. Че, проверим, что за дорога куда идет. О, тут поход. О, ебанура. Рядом с муравейником, говорит, нет клопов, клещей. Фу. Так, это мы взяли. Потом пивка побить. Ну, что, хлоп? Вроде никого нету. Сохнет. Так, это у нас на велосипед напитка. Да, закинем. Вот сколько грязи-то. Пойдем там. Девичьи положил, где вчера чай пили. Сжигаем сразу. А нахер она мне, печка-то что нужна? В спальник проще залезть сразу. Пойдем, что хуйня пока.
Все, ну как, вымылись, сполоснулись, что мы зря ехали на Байкал и не окунуться. Водичка, конечно, еще прохладная, но ничего. Жабу не пахнет дверь, а то. А, о! Old Spice. Да, тема. Кстати, где он шампунь? Бошку мыть не стал, вообще вода холодная, еще будет менингит. И так бюджетником работаю. Тут еще менингит бы был. Вот так вот лучше гораздо. Да? А, причешемся, да, и будем класс. Привет. Там опять солнце сзади, наверное, нифига не видно. Все бликует. Лучше в ту сторону смотреть. Где-то там Ольхон. Совсем далеко. Песок теплый. Прям вообще теплый. Правда, время еще рано. 11 час, 12. Ну, уже прогрелся песок. Теплый стал. Ладно. Они просто не могут уйти. Именно. И поэтому мы им поможем, несмотря на большой риск. Готовься к посадке. Дмитрий жил. Опять же эти Энхалукские горки. Вон еще одна. Две позади. Вот, сейчас вперед гнать. Больше не поеду сюда, тут одни горы. В Баргузине, походу, будет веселее. Такая дорога, один дым. Блин, камера. В общем, Оймур проехали опять. Он, Оймур. Где там он? Че сидеть там на этом холуке? Байкал все равно холодной, удочки нету. А будем выдвигаться. Сколько проехали уже? Так, 26 км, час 40. 26 км. Если сегодня доедем до этого. Хрен. Ладно, будем пытаться доехать до Селенги. Там, где в лесочке кушали, там мы встанем. Будет идеально. Вон, пылят по гравийке. Я уж наездился на ней. Лучше по полевым дорогам. Опа. Я тоже гребенка еще, да. Отпущу на тебе срок. Вон. Подвести, говорит, до поворота. Тут ехать-то осталось. Все, на горочку заедем и забьемся там. Вечер уже. О, птички поют. Птички. Ладно, крутим дальше. Напились кока-колы с кокаином. Глюкозка. Глюкозка для мозгов и мышц. Подвезти тебя. Ну, до города бы и подвез. Грузовичок-то нормальный. Ладно, доедем, до стоянку будем ставить, в лесу ночевать. Аисты летают. Или цапли. Цапли же, по-моему. Или аист. В чем разница? Цапли или аист. О, еще 50 сегодня дали. Ладно, все, надо ехать. Я, конечно, не автомобилист, но по дорогам езжу. Ой. Я, конечно, не автомобилист, но вот это вот что за жопа знак? 3 километра жопы, все дороги в ямах. Блин, куда я положил-то? Вот это в натуре же знак задницы. Там с лекции идут. Ну все, мы доехали. Там не Николаевский какой-то новый, блин, и на Трескового поворот.
через перевальчик мост. На перевальчике сегодня сколько проехали-то? Сейчас посмотрим. Тут ладно, хоть и интернет есть. Я вчера как в тундре. Аудиокнижка. И в телефоне уже все привыкли. Тяжело. Так, что там у нас по километражу-то? Ну, 65 сейчас шелкнем. 65 километров нормально. Это мы их в 5 вечера, во сколько? 4 выехал. Ну там уже реально, что на берегу делать? Удочки нету, нифига нету. Лежать, в потолок смотреть. Ну, гора-то там, блин, крутая. Я, наверное, пешочком буду заходить, уже сил нету. Хотя посмотрим. Знака жопы нету, но он все в ямках. Он, походу, тут вечная. Или духабы там, колдобины. Люди в город едут. О, подъем сейчас пойдет. В Инхлукет там классно. На горку их 1.5 километра. 2 едешь только. Даже и не крутишь их педали. Походу потихоньку надо включаться. Ну все, гамак на пилоте. Все, велик пристегнем. Вот, все, можно не бояться. Будем кашу варить. Гречку. Гречку. Жиденькую такую сварим. Короче, вот так вот сыграем. Я спалила на самую верхотуру залез. Ну, поставили варить ужин. Гречку побольше воды налил, чтобы хлебать охота. Это вон вода еще с Байкала. Гречка с мясом, чесноком. Все равно целоваться не с кем. А что, нормально. Нет. Велик вам привязали, чтоб не сперли на цеп. Да один хер, если кто шарится будет, тут я тут он рядом сплю, слышишь? Хотя я как сплю, хрен тебя слышишь. Блин, кожа висит, жир уходит. Кожа медленнее подтягивается. Да, вот этот угол потом надо будет опустить, наверное. Не знаю, сейчас по погоде посмотрю. И походу я завтра пойду на электричке, наверное. 80. Ну давай. Крути педали, пока не дали. Ну посмотрим, в общем. Сейчас по расписанию посмотрим, где конечка. У них, по-моему, 4. В 2 часа надо будет встать по темноте. В общем, решим. Сейчас покушаем. И лежать. Книжки читать. Ну, 4 душа в теле. Помешаем гречечку. Самое ходовое блюдо гречка. Весит мало. Сытное, железо, белок. А если еще с мясом, то вообще огонь. В общем, сварился у нас гречневый супик такой, но уж ничего не видно. О, гречка с фаршем, морковка, ну как суп. И похлебать чесноком прям разит. Солнце сел, все, темно. Время в 10 час. Ну, короче, всем приятного аппетита. Вон, кстати, чашки такие, вот так вот лучше, наверное. Чашки шведской армии, они типа этих из-за дерева делают куксы. Швеция, да, по-моему, заказывал я. Удобная. Ложки тоже. Типа ее одной рукой держать удобно вот так. И на рюкзак потом вешаешь за кольцо, и все.
Ну тут сколько? Ну грамм до 250 она идет, вот. Собираемся потихоньку, электричка скоро у нас. Чуть маленько проспали, так, браво спать было. Вчера поздно легли, лилята поля. Еще ехать до остановочки нам. Сейчас уберемся. Вода кончилась вчера, что-то жрать вечером захотелось, еще чай кипятили. Ну все, мы собрались, все, поехали. Вроде все взяли, что хотели. Сумка опять кривая. Ладно. Погнали. Электричка в 5:35. Доехать главное. Ну-ка, музычку давай-ка другую. Сейчас, блядь, фу, колесо бы не протолочь. 40 минут до электрички. Сумку надо будет скинуть. 4 человека, от которых я... Есть. Речка какая-то, войнушка. Ё-моё, это дорога. Такой еще не ездил. Че, поднимать его, что ли? Ну-ка нахер проедем, там посмотрим. Нам же в ту сторону. Ладно, да. А, тут размывает, походу, часто. О, что тут они рыбу не ловят. Первая остановка там какая-то. А, вон он. Ладно.
электричкой.